Ну, здравствуйте. Среда, вертикальные новости, Алексей Форсиков по-прежнему. Поехали. Чудо техники, инновации и нанотехнологии. Приз на конкурсе «Автокулибин-2020». Кисловодск, жара и автомобиль, хозяин которого пошел очень сложным путем и сделал вот это. Человек спасается от жары. Ты не ты, когда жарко. Наш Ставрополь не только самый зеленый город Юга России, но и, возможно, станет скоро столицей фонтанов Кавказа. Почему? Да потому что у нас скоро появится еще один новый фонтан длиной более 40 метров. Строят его в сквере декабристов на пересечении улиц Ленина и Маяковского. А могли просто плитку положить. А это Пятигорск. И знаменитый местный олень, который снова попал на видео. Копытный, кажется, уже совсем не боится людей. И главное, чтобы люди его не обижали. А это Ессентуки и местный мост на улице Шевченко. Скорее даже не мост, а туннель под железной дорогой, который называют мост глупости. Мол, водители габаритов не чуют и туда вот лезут, а потом так вот получается. Мы у себя в вертикальной редакции провели журналистское расследование, прямо не выходя из офиса. Так делают многие, поверьте. И установили, что это на самом деле мост глупости водителей. Ибо там с двух сторон есть такие вот знаки, которые предупреждают. Высота 2,30. Пожалуйста, не лезьте. Но все равно лезут, и так получается. Так что будьте внимательнее. А могло быть и хуже. Трактор выбил страйк. Отлетело колесо и попало в две машины. Плюс одна фобия. Остерегайтесь тракторов. А сейчас будет видео, от которого вы расплачетесь. Смотрите, а я переведу. Это тебе. Это очки, да. Ты шутишь, это очки для дальтоников. Да, да. Но они такие дорогие. Надевай их скорее. Ты шутишь, надевай. Ты серьезно? И вы, ребята, видите это каждый день? Я сейчас расплачусь. Ребята, я знаю, что вы... Я не знаю, поймете ли вы, но я не знаю. Трава зеленая? Да! Это просто невероятно. Я сейчас расплачусь. Совы, как вы помните, не те, кем кажутся. Вы знали, какие они пушистые? Нет? Смотрите, это ежедневная милота. А на сегодня все. Завтра уже будет четверг и новые вертикальные новости. А я, Алексей Форсиков, прощаюсь с вами до четверга. Правильно. Увидимся.